Быстрее. Нет, я боюсь. Быстрее прыгай! Вера. Харона убили. Поднимай всех наших. Оцепите набережную, слышишь? Не дайте ему уйти. Вера, дай телефон. Ребята, зайдите в драм-кружок, возьмите факелы. Как можно больше факелов, срочно. Жми, 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 отстаем! Скажи что-нибудь, я иначе с ума сойду. Скоро мост. Надо будет прыгать. Куда? В воду. Других вариантов нет. Лодка поплывет дальше и отвлечет погоню. О чем ты говоришь? Вода ледяная. Кто оттуда вынырнет? Тот, кто хочет жить. Вода слишком холодная, мы не доплывем. Доплыть-то мы доплывем. Но окажемся в их руках. Ты видишь? Не уйдут, мерзавцы. Давай, 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 дорогой. Мы поднимемся по обору моста. Что? Не бойся, я буду рядом. Давай, 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 понажми. Скоро мост. Вставай! Поднимай свою папашу! На счет пять будем прыгать. Раз. На счет пять ты встанешь. Два. И прыгнешь. Три. Ты понял меня? Четыре. Пять. Руку. Не смотри вниз. Подожди. Руку! Сон!
Рассредоточьтесь по вагонам. Я не смогу прыгнуть! Слышишь, я не смогу! Сможешь! Он сейчас замедлит ход. Заметят. Что ты делаешь? Засыпаю тебя углем. Иначе к утру ты замерзнешь. Здравствуйте. Ваши документы, пожалуйста. Ага. Так. А где документы на машину? Понимаешь, командир, дело какое. Я машины своей не имею, а Дрюня, друг мой, машину мне дал. Мы с ним договорились. Я оставляю на стоянке в аэропорту. Он подъезжает вечерком, забирает ее. Шеф в Анапу меня отправил в командировку. Ну его ж не ковыряют, что у меня машины нет своей, правда? Вот я и... Давайте дождемся, наверное, приезда милиции. Да с удовольствием, Мян. Ну, у меня самолет через полчаса, шеф. Ну, честное слово, что я врать, что ли? Я же объясняю. Это машина не в угоне. Это ну, просто она моя машина. Ничего, полетите следующим рейсом. Ну, мы что, не люди, что ли? Ну, неужели мы не сможем как-то договориться по-нормальному? Хорошо, в принципе. Только в виде исключения. Все, спасибо. Спасибо, командир. Подожди ты, что ты тарахтишь рядом, нет? А. Да вот стоит. Да не тарахти, подожди, Сергеев. Посмотрим. Ну что? Да тут ясно, что никого. Мы с него глаз не спускали. Лодка шла только по прямой, никуда не сворачивала. Мистик, честное слово, как испарились. Я вел их всю дорогу. Они действительно мастерски ушли. Но как? Если бы они спрыгнули с катера... Но вода ледяная, течение. Нет, ну даже если бы они спрыгнули с катера, мы бы их увидели, никто же не спрыгивал. Невероятный трюк, но они его проделали. Александр Иванович, они руль зафиксировали. Ну, все понятно. Руль зафиксировали, пустили катер по прямой. Единственное место, где они могли с катера спрыгнуть, это мост. Надо обшарить все вокруг моста. Если они еще на берегу, они наши. На берег выбраться невозможно. Кругом гранит, 6 метров вверх. Здесь никакого спуска поблизости нет, я точно знаю. Значит, они могли подняться по опоре моста. Они могли запросто утонуть. Вода холоднючая, надо иметь такую подготовку, чтобы выплыть. Надо иметь огромное желание выжить любой ценой. Оно у них есть. Нет, утонуть они не могли. Здесь сильное течение, их бы вынесло на середину реки. Я другого боюсь. За это время по этому мосту прошло не менее 2 поездов. Они могли запрыгнуть в любой из них. Мы обучим весь берег. Не могли недалеко уйти. Ребят, вы молодцы. Если бы все оперативники походили на вас, я был бы просто счастлив. А
вам плохо, Александр Иванович? Тихо, все нормально. Все, тихо. Да. Да. Срочно выезжаем. Коля, помнишь «Черную Волгу»? А это та машина, которую черт знает сколько раз по генеральному... Засекли. Ее в аэропорту. Надо срочно ехать. Да у вас же сердце, Александр Иванович. Какое к черту сердце? Мы не имеем больше права на ошибку. Давай, Коля, давай, шевелись. Должны успеть. Как вы, Александр Иванович? Да нормально. Может, в поликлинику заедем? Гриша говорит, она у нас как раз по дороге будет. Да какая к черту поликлиника? Ты что, не понимаешь, наш последний шанс? Упустим! Давай, Гриша, давай, гони! Упустим! Черт, давай матери! Проверь машину. Прошу вас на выход. А через недельку вас обязательно навещу. Добрый день, Сироткин. Руки. Со свиданием, Илья. Прошу вас. Доброе утро. Здравствуйте. Вы не подскажете, как нам к шоссе пройти? К шоссе? Да здесь недалеко. Идите прямо 200 метров. Направо, потом через лесок и выйдете на шоссе. А вы что, уголь грузили? В некотором роде. Большое спасибо. Так, может, чайку попьете? А? Да, чайку. Пошли. Чайку! За мной!
Готовы? Нужно купить новую одежду и пожрать нормально. У меня ни копейки денег. Где твои деньги? На барже забыла. Вот извини, не успела захватить. Черт, у нас с Гришкой тоже нет. Чего делать-то? Ладно. На нашем месте вообще радоваться должны, что живы остались. Правда, Умар? У меня есть немного денег. Баловать я вас не собираюсь, но еду получите. Когда будет возможность. А теперь ведите себя тихо. Нам еще ехать и ехать. Куда ехать? Мы потеряли связь с этим. Неважно. В Анапу. До Ростова доберемся на попутке. А дальше на поезде до Анапы. А почему туда? Я так хочу. Вот еще. Слушай, я не собираюсь ходить у вас в баллонках. Замолчи! Можешь оставаться здесь и сдохнуть с голоду. Или вон на казенный кош перейти. Я лично уезжаю в Анапу с Умаром. Возьмите меня с собой. Я есть хочу. Пусти. Пусти. Почему ты с нами? Зачем тебе это? Тебе не нужно это знать. Ты ведь не о чеченцах, верно? Умная девочка. Я не о чеченцах, это верно. Но я знаю, куда ехать, и у меня есть желание доставить вас в этот пункт. Значит, это Илья, да? Достойно имей женщине, ничего не скажешь. Как я сразу не догадалась, а? Я не знаю, о чем ты говоришь. Вот именно, что ты не знаешь. Он любил меня как сумасшедший. И в ненависти тоже остался безумным. Хорошо. Ну, теперь я за вас спокоен. Спасибо, ребят. Спасибо вам огромное. Правда, спасибо. Как Вера, в порядке? Я Лизу домой повезла. Вот, девчонки у нее сегодня переночуют. Ах, ну если бы не вы, наверное, на улице пришлось ночевать. Да ну ладно. Все равно как неловко получилось. Нет, перестань, пожалуйста. Тетка у меня мировая. Она вам даже обрадовалась. Отоспитесь. Я с ног валюсь просто. Сейчас я усну. Ну все, ребят. Счастливо, спите. Все, давайте. Спасибо огромное. Отдыхайте. Пока, спасибо. Отдыхайте. Пока. Пока. Спасибо, ребят. Не знаю, я что-то спать не хочу. Надо. Пойдем, а ты еще не свалишься по дороге? Пойдем. Здрасте. Здравствуйте. Ну что ж вы в дверях остановились? Проходите, не стесняйтесь. Спасибо. Проходите. Спасибо. Пирожочки испекла. О, чаек, пейте чаек. Давайте я налью. Я налью, спасибо. Вареница берите. Хорошо, спасибо. Вкусная очень вареница. Вам стелить вместе или порознь? Вместе. Я так и подумала. Ну что ж вы не кушаете? Пирожочки вкусные. Спасибо. Я в соседней комнатушке постелю. Уже шестую кладешь. Ты так любишь сладкое? Да нет, вообще без сахара. Пью, что-то захотелось. С чего это вдруг? Ну ты так задумался что-то. О чем? О Сергее. У
вот что с ним, как? Мы же не знаем, а это плохо. И что делать? Я понятия не имею, что делать. А делать что-то надо. Может быть, Любе позвоним. Может быть, что-нибудь знает про него. Слушай, это мысль. Прямо сейчас отсюда и позвоним. Мить, телефон ведь может прослушиваться. Ничего. Это вряд ли. Потом, ты знаешь, какие у нас ребята, если что, прикроют. Еще раз здравствуйте, Илья. Вы изменились. Зато вы не изменились. Даже хватка и упорство. Я восхищаюсь вами, Александр Иванович. Приятно, что вы меня помните по имени и отчеству. Еще бы я вас не помнил. Ведь вы когда-то спасли мне жизнь. В этом ваша беда. Прошлое не отпускает вас, так? Слышите, вы хотите узнать, чем я живу последние полтора года? Как я выжил и как я живу? Так задайте прямой вопрос, Александр Иванович. Давайте не будем разыгрывать здесь комедию. Да. Меня интересует ваша жизнь. Я все надеюсь понять, что двигает вами. Ну, хорошо. После смерти Ветрова и бегства Вики я выжил чудом. Знаете, физическому здоровью ничего не угрожало, но я почувствовал, что начинаю сходить с ума. Чтобы не рехнуться окончательно, я завербовался в армию. Просто завербовался, меня сразу взяли в самый разгар войны в Чечне. Пошли в наемники? Да, я понимаю. Я не очень был похож на солдата удачи. Но что, я должен был круто изменить свою жизнь, а что изменило бы ее сильнее и конкретнее, чем опасность и война? Я искал покоя. Да, звучит странно. Искать покоя в войне. Да. Но там у меня были простые радости. Поесть, выпить, согреться. И простая задача – убивать, чтобы самому не быть убитым. Я рассчитывал, что отмоюсь от той грязи, в которую меня с головой окунула Вика. Да что там, Вика, я и до Вики-то вел очень особенную, нелепую, отвратительную жизнь. Полуспившийся, никому не нужный художник, с замашками гения без признаков гениальности. Нет, Илья, у вас был талант. Да какая теперь разница, был, не был? Я решил оставить в прошлом и больного, безбольного наркомана, влюбленного в убийцу, и шизофреника с душой, как выжженная пустыня. Вам кажется смешными мои слова? Нет. К сожалению, я ошибся. На войне царил тот же хаос, беззаконие, жестокость, что и мирная жизнь. Я понял это, когда встретил Умара. Умар, мой сокурсник. Тоже художник,
талантливый, абсолютно мирный человек. Это случилось в Грозном. К нам поступил сигнал, что в одном из домов прячутся боевики. Но мы рванули туда, их там не оказалось. Их уже след остыл. И, к несчастью, Умар, он в это время работал в своей мастерской. В разрушенном, голодном городе. Он просто сидел в мастерской и мирно работал, никого не трогал. Но наши парни были злы тем, что упустили боевиков, поэтому схватили его. Тут же обвинили в пособничестве боевикам и приговорили к расстрелу. Ну так, просто так. Без суда и следствия. Но я освободил его. Мне удалось это сделать. Я дал ему денег, чтобы он мог добраться до Москвы. Объяснил, где храню ключи от квартиры. Он удрал. Ну и где он сейчас? Это не очень важно. Главное, что Умар не забыл меня. У него настоящее представление о чести и совести. Он объявил меня своим кровным братом. После того, что я сделала для него, он готов отдать за меня жизнь. Поезд номер 467. Волгоград-Анапа прибывает на первом вагоне. Спасибо. Быстрее. Ну и куда теперь? Идите за мной. Квартиры, папа. Не дура, а квартиры, ребята, пожалуйста. Квартиры, пожалуйста. Около моря, недалеко от моря. Ребята, квартиры недалеко от моря, пожалуйста. Возьмите, квартиры недорого. Ребята, 10 минут от моря, пожалуйста, девочки. Для семьи, для друзей, для знакомых, пожалуйста. Что же вы делали потом? Остались воевать? О, нет. Я досыта хлебнул на войне. Срок контракта истек, и я вернулся. Но у меня уже была цель. Одна. Горячая и настоящая. Знаете, я не мог понять, почему чеченцы не щадят ни своей, ни чужой жизни. Что дает им силы? Месть. Месть. Вот то, ради чего стоит жить. Я хотел отмыться от той грязи, в которую окунула меня Вика. Я хотел отомстить за смерть своего отца и за свою сломанную жизнь. В конце концов, за всех тех, кого она изломала и кого убила. А откуда вы узнали, что Вика задумала? А я выследил ее. Ее и чаек. И придумал план. Я хочу сломать их так же, как они сломали меня. Значит, я прав. Прошлое держит вас, Илья. Вы бессмысленно тратите свою жизнь на глупую месть. Вика убийца. А чем вы лучше ее? На ваших руках кровь Мурата, застреленного в ущелье ведьм. Я не убивал его. Да пусть не своими руками, но ты убийца. Ты стал таким же, как Вика. Я не отступлюсь. А если я посажу тебя? Тебя посадят за предумышленное убийство. Это большой срок.
Я выйду и завершу свое дело. Отдай мне чаек и Вику, я отпущу тебя. Будь спокойна, не получит свое. Их будут судить, но по закону, слышишь, по закону. Нет. Я вынесу приговор. Поздно вы опоздали. Вы можете посадить меня, но это ничего не изменит. Могу! Не хочу. Жаль мне тебя, Илья. Ты совершаешь большую ошибку. Твоя месть бессмысленна. Скажи мне, где они сейчас? Это моя игра. Моя. Я доведу ее до конца. Иначе я не смогу жить. Отдай их мне. Послушайте. Давайте я назову вам место, куда они придут в конце концов. Но я, только я, доведу их до этого места живыми. Потом они ваши. Вы не должны мне мешать в этом. Мне нужно ваше честное слово, Александр Иванович. Хорошо. Я даю тебе честное слово. Я не стану мешать. Но после того, как они придут на это место, ты оставишь их в покое. Да. Ну, говори. Это дикое прекрасное место. Как все, до чего не дотянулась рука человека. Это остров недалеко от Анапы. Скалистый, чудесный остров. Там есть лабиринт, в который нельзя зайти, если не знаешь, где. И нельзя выйти, если не знаешь, как. Договорились. Только помни, с этой минуты каждый из нас пойдет своим путем. Да. А они пойдут своим. Это что же? Это же, это мы будем здесь жить? Что-то не устраивает. А как же он найдет нас здесь? Я позабочусь об этом. Да где он, черт возьми, где он? Тебе незачем это знать. Меньше необдуманных поступков. Что нам делать дальше? Ждать, отдыхать и набираться сил. Отдыхать? Отдыхать здесь, да? Отлично. Вполне вероятно, что эта комната в будущем покажется вам дворцом. Нет, ребята. Спасибо вам большое за помощь, но дальше разбираться в этом деле буду я один. Это дело милиции. Вы их найдете? Обещаю. Они ответят за смерть вашего товарища. Ну что ж, вы уезжаете, нам, наверное, нужно прощаться. Да, я уезжаю из города. Дмитрию, Веронике тоже. Надо скрыться, так что будем прощаться. Ребятки, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. 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 Удачи вам. Будьте осторожны. Берегите себя. Спасибо. 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 Спасибо, ребят. Спасибо. 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 До свидания. Всего доброго. До свидания, ребят. Дима, ты не думай, что Ершов забыл о тебе. За твою голову он многое отдаст.
То есть вы считаете, что мы с Никой должны исчезнуть из города? Да. Я вам дам адрес моего хорошего друга, полковника Сычева. Отправитесь к нему в Москву. Там у него и остановитесь. Не могу я так. Я не могу спокойно отсиживаться в Москве. И потом, что мне там делать? Дима, тебе не нужно гоняться за этой бандой. Они у меня на крючке, я их возьму, уж поверь мне. Ну что мне делать в Москве? Что мне, сидеть сложа руки? У Сычева есть влиятельный знакомый в министерстве. Он поможет тебе напечатать материалы о захвате самолета. Пора тебе отмыть свое имя, заставить читателей снова поверить тебе. Это, конечно, хорошо. Но как? И потом, как мы доберемся до Москвы? Люди Ершова снимут нас с первого же поезда. Поедешь под охраной наших ребят, как заключенный. И Веронику этапируем под конвоем, как особо опасную. Коль, проследи и организуй их отъезд, чтобы все было нормально. Сделаем, Александр Иванович. Вера, да, соедини меня с Ершовым. Хорошо, Василий Евгеньевич. Добрый день, Петр Николаевич. Слушаю, товарищ генерал. Почему не звонишь? Или сказать нечего? Все в порядке. Я на верном пути. Скоро возьму Горохова. Вы в курсе, что Чайки чудом ушли от полковника Трифонова? Он их чуть не взял в Самаре, пока вы заняты тут черт знает чем. В следующий раз Трифонов их не упустит. Откуда такая информация, товарищ генерал? У меня есть глаза, в отличие от вас. Учтите, я знаю гораздо больше, чем вы можете себе предположить. Вы бросили все силы на поимку этого Горохова, в то время как Чайки ушли у вас из-под носа. Вы должны были найти груз. Вы это сделали? Пока нет, но я приложу все усилия и, поверьте, сделаю все, что от меня зависит. В конце концов, если вам так нужен Горохов, так найдите его, наконец! Да-да-да. Хорошо, товарищ генерал. Плевать мне на террористов. Найдите мне Горохова, я посажу его на 20 лет. Он гниет у меня на зоне. Товарищ полковник, когда мы найдем Горохова, нам нечего будет ему предъявить. Разумнее всего сейчас заняться поиском террористов, товарищ полковник. Скоро все узнают правду о захвате, и тогда... Мне нужен Горохов и эта девка. Ой. Товарищ полковник, может быть, вам стоит отдохнуть? Что? Где? Вам нехорошо? Мне нормально. Майор Сафаров. Да. Режиссер, он уже отдал концы или еще в реанимации, вы знаете. Хорошо. Надо спасать положение. Не хватало, чтобы он заговорил. Полковник Ершов. Вы не знаете меня, полковник, но я надеюсь, вы оцените мою информацию. Говорите. Известный вам журналист Горохов вместе с женщиной находится сейчас в Самаре. Он в открытую расхаживает по городу. Если вы поторопитесь, сможете взять его тепленьким. Назовитесь. Я перезвоню. Вот в Самаре. Едем в аэропорт. Сафаров, звони в аэропорт. Выезжаем, заводите двигатели. Товарищ полковник! Ой, сюда нельзя. Товарищ полковник, это я вам звонила, у меня важное сообщение. Пропустите. Выньте руки из кармана.
Тебе привет от Валерки Литовчика. Добрым утром, красавица. С добрым. Вот, занимаю очередь в ванной. Не волнуйся, сейчас выхожу. Да я не спешу. Не люблю себя чувствовать жеребцом на выставке. Я на тебя так и не смотрю. Взял на себя смелость купить необходимые для женщины вещи. Спасибо. Сволочь. Я ни одной минуты не спал спокойно. Я думал, что клопы с тараканами сдохли вместе с советской властью. Ага. Твоя жонка такая же паразитка. Слышал? Доброе утро. Какого хрена я тебя спрашиваю? Что? Какого хрена ты разговариваешь с этим ублюдком? Я с ним разговариваю, потому что у меня есть язык. У него тоже. Хватит шутить. Давай поговорим серьезно. Я слушаю. Это человек. Мы ничего о нем не знаем. Кроме того, что он опасен. Чем? Ну, он спас наши шкуры, жилье нашел, кормит за свой счет. Вика, надо быть такой глупой, озабоченной сучкой, чтобы этого не понимать! Мы о нем ничего не знаем. Это жилье. Он просто издевается над нами. Папа прав. У нас нет денег. По следам идет Трифонов, ФСБ. Мы пропадем без Умара. Я не знаю как, но нам нужно избавиться от этого Умара. Я тоже так считаю. Гриша прав, надо его убрать. А пушка нам его пригодится. Как ты считаешь, Вика? Отстаньте от меня. Я не могу разговаривать, у меня маска засыхает.